Это радио Тихон Мышкин. Нет, это радио Тихон. Только мне не хочется ничего записывать. Мне вообще не хотелось браться по телефону даже. Я не хочу больше смотреть на эти стены. Я смотрю на них. Есть идеальные стены для рисования. За сегодня я только принял, по-моему, 4 таблетки. Сначала 2 таблетки флоксетина и 1 нейролептик Лиджен 5 миллиграмм. А голодный желудок запил водой. Затем пил сок из свежевыжатых овощей. Затем с добавлением магазинного сока проверял, как будет лучше. И затем я еще 2 таблетки флоксетина австрийского и 1 таблетку Терлиджена. И все. Транквилизаторов не принимал. Наверное, после вчерашнего, то, что я стены разрисовывал, простирал, или что, у меня как будто, или после сада, я не знаю. Стерты пальцы, как будто, ну, не знаю, что такое. Фиг знает, может, пройдет. Проблема частника в том, что он хочет, чтобы я рисовал, ну, как бы любой частник хочет, чтобы я рисовал то, что он, то, что ему нужно. С этим-то большая проблема. А проблема государства в том, что оно вообще не хочет, чтобы ты рисовал ничего. Чтобы ты просто подчинялся и все. Был гражданином, с тобой, ну, таким. Государство, короче, просто пофиг вообще. Все. Нужно, чтобы только, чтобы ты не... Короче, не знаю. Я хочу просто разрисовать то, как у меня получается, просто абстрактными пейзажами. Из бессознательного или из потустороннего мира идущий. Но он, видимо, не захочет этого. Бессмысленно писать там свое имя, фамилию, я художник Орион, Александр. Бессмысленно писать свой ВК-ком Outsider Art. Никому это не надо. А можно с вами немножко потусить, нет? Нет, ладно. Короче, это... там две девчонки сидели, ели чипсы или что-то. Ну, я какую-то фигню сказал, затусить, часа чушь. Конечно, никто не захочет, что телефон держу, будто я снимаю. Они восприняли в штыки. Наверное, нужно искать пьющих, которые пьют, с ними бухать. Но я не хочу бухать. Я не хочу бухать.
Не хочу слушать, как они матерятся, командуют. У меня вообще нет желаний никаких. Отсутствует желание. Точнее, есть желание любви и дружбы. Но это здесь невозможно. В этом пространстве местном. Что еще сказать? Смотря вообще свой телефон беру с собой. Ничего нового не говорю никогда. Все те же стены. Все та же фигня. Все то же самое. На эту крышу, по идее, я могу залезть, но, по-моему, слишком низко. Как я на нее залезу? Я вообще не понимаю тех, кто любит лазить по крышам и, типа, устраивать там что-то. Может, потому что я не был с ними. Потому что для меня, если залезть на крышу, то это для того, чтобы спрыгнуть с нее. Ну, я никого не призываю. Ну, сбрось. Я никого не призываю. Никого не призываю, ничего. Я не буду этого делать. Никого, никому нельзя это делать. Нельзя, нет. Нельзя. Не призываю никого. Я замолкаю. Что еще добавить? Радио тихо. По идее, этот сок должен занизить мое давление еще больше. Я не пил ни кофе, ни чая, никаких кофеиносодержащих продуктов. Ну, пил, ну, флуоксетин, он это, ускоряющий, разгоняющего действия, в отличие от других дорогих антидепрессантов, может, флуоксетин как-то действует. Хотя он не очень-то сильно разгоняет. Может, он бодрит меня немного. Я решил принимать повышенную дозировку. Короче, мне придется покупать российский флуоксетин, потому что иного здесь нигде нету. Трудно найти. Ездить надо по всему Красноярску искать. Посмотрим, что со мной будет от российского флуоксетина. Вот красивое сочетание оттенков. Вот такой слегка фиолетово-розовый и зеленый. Интересное сочетание.
хорошее сочетание оттенков. Да. Нечто есть в этом гармонии. I walk alone, I walk alone. Сейчас начнется опять этот мерзкий голос. Надоел уже этот голос. Про коронавирус, который вещает там с громкоговорителем. Женский голос таким жутким. Как знаешь, вот как в фильме, как в сериале скучнейшем про Чернобыль. Сюда еще свезли, кстати, ядерных отходов всяких там, с Европы. Ну, в Россию. Ну, у нас Россия просто, она такая прекрасная страна, что сюда с Европы свозят ядерные отходы. Короче, наше место ясно где. Так что, че удивляться? Че удивляться? Что они больше не клеят новых плакатов в своем банке. Мне даже лень доставать руку из кармана и показывать фак этому банку. Даже нет смысла какого. Неохота. Надпись Outsider Art художник. Вот обычная нормальная инсталляция. Это нормально здесь для города. Чего удивляться? Даже не стану писать там, что какие-то надписи, типа. Мой пейзажик. Как же здесь стерли? Или не здесь? Что-то идти нет. Какой в этом смысл? Нет, не здесь. Вроде не стерли еще. В другом месте стерли. Что еще добавить? Я никогда не думал вообще такой мысленной парадигмы, мысленной, вообще никогда не было такой мысли, что типа познакомиться подходит парень, за парень подходит с пивом девчонкам и угощает их, и таким образом они знакомятся. Впервые мне пришла такая мысль.
Я что-то такое никогда не видел, вроде, и не думал об этом никогда. Нафиг мне такие знакомства. Бюрократические здания. Бордюры раздолбанные. А машина наехала. Собака гуляет, которая лаяла на меня постоянно. Бабушки зашли в подъезд. Там все то же самое. Ничего не изменилось, только буржуй сделал более мощный ржавый забор. Ржавый забор. Ржавого цвета, чтобы красиво было людям. Чтобы люди, идя на работу, вдохновлялись ржавым таким запекшейся крови цветом забора сплошного, просто листы. Вот все. Что на велике ездит. Все, короче, заканчиваем сразу. Тихо. Вандализм, да.